5 дней насыщенной работы, 30 лекций и 10 практических мастер-классов ждут участников первой всероссийской школы-семинара Национального центра физики и математики по математическому моделированию на супер-ЭВМ Экса и Зета Флопсной производительности, которая пройдет в технопарке с 5 по 9 декабря. Одна из ключевых задач проведения таких школ НЦФМ – привлечение к работе талантливых молодых ученых. Если нам удастся привлечь каких-то ребят со стороны, которые приедут на эту школу, послушают, им расскажут о научной программе НЦФМ, им прочитают лекции. Если среди этих ребят появятся те, кто приедут работать в НЦФМ, мы считаем, что мы тем самым решим одну из наших главных задач – создание вот этой вот молодежной научной среды, которая не только должна будет работать в НЦФМ, она будет строить НЦФМ. В программе НЦФМ есть научный блок. Этот научный блок включает в себя 10 направлений, поскольку центр физики и математики, там есть физические направления, математические. Математика является самой строгой наукой, основой всего нашего логического мышления, основой тех математических моделей, уравнений, которые мы используем. Поэтому, безусловно, говоря о новой физике, мы должны говорить и о той поддержке, которую ей дадут современные математические направления. В школе примут участие около 180 студентов, аспирантов и молодых ученых из Новосибирска, Владивостока, Санкт-Петербурга, Москвы, Кемерово, Сочи, Снежинска, Нижнего Новгорода и Сарова. У каждого участника будет возможность представить свой доклад по научной работе и получить консультационную поддержку от ведущих ученых в сфере вычислительных технологий. На мой взгляд, здесь собирается уникальный, круг ученых, которые умеют на это смотреть комплексно. И с точки зрения применения, с точки зрения разработки, с точки зрения адаптации этого под интересы уже университетов. И очень надеюсь, что это поможет решению вот тех задач, которые мы ставим. Вот деятельность связана с математическим моделированием, связана с решением сложных задач, когда надо одновременно учитывать очень много разных явлений процессов. Это вот гидродинамика, газовая динамика, аэродинамика, процессы турбулентности, прочность. Математическое моделирование – одно из 10 научных направлений работы НЦФМ. По каждому проводятся научные школы. Школа по моделированию 4-я в этом году. Ранее здесь работали над изучением физики нейтрино и астрофизики, физики высоких энергий и ускорительной техники, а также по лазерной физике и лазерным технологиям. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.